Вновь удивил своих поклонников, да и не только поклонников, наверное, Пахтакор, успешно сыгравший на чужом поле. Наверное, удивил и Памир, впервые проигравший дома. Возьму на себя смелость предположить еще несколько неожиданных результатов, которые мы увидим в конце сезона в матчах с участием аутсайдеров. Пахтакору победу принес, вы видели, точный удар Пятницкого. Вот посмотрите, опять же фланговый проход, точная передача. И вот Пятницкий опережает защитников Памира. Лучший снайпер Пахтакора. Шквырин мог забить свой 13-й мяч и опередить в борьбе снайперов Колывана. Сейчас на их счету по 12 мячей. Ну вот Шквырин угодил штангу с близкого расстояния. 1-0, победа Пахтакора.